И требовать
Простите меня, Отцы, простите Тебя, Священник Владыка, молитесь о нас, грешных, и благослови.
очисти меня грешного и помилуй меня. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сей все исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди и все веселы, и очисти на от всякой скверны, спаси блажа душа наша. Слава Вышних Богу, и на земле мир человеца благоволение. Слава Вышних Богу, и на земле мир человеца благоволение. Господи, с ним и отвердишь, и уста мои возвестят Богу. Время сотворите, Господи, и преосвященнейший владыка, благослови Бога. Господь, со мной ваше, отними Бог, Господь, Бог, Царство Свое, всегда на них и истинно, приходите к Богу.
Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ты же все тварь светом просветив, и чудес Твои, Господи, прежде, еже быть и Твои Божие предложение предведай и служить Тебе, хотящим укрепляя. Сам и раба Твоего, Сергия, приходите, священосца святым Твоим таинством, изволившего, украси нескверными Твоими непорочными одеждами, и просвещен и в будущем среди венец, примет жизнь мгновенный венец, жизнь нетленный венец, со избранными Твоими, веселяся по пресносущном блаженстве. Яко святися Твое имя и прославися Твое Царство, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи Боже Вседержителю, избери раба Твоего сего, освети его, и дашь ты ему со всякой мудростью и разумом божественных Твоих словес поучение и почитание творите, сохраняя его в непорочном жительстве, милости и щедроты иметь человека любим. Единородного Твоего Сына, с ним же благословенности, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. 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 Апостол. Он мем. Кому послание принес? Евсеем послание святого Павла. Евсеян послание святого апостола Павла. Чтение. Он мы. Братья. Павел послание к Иисусу Христову. Воле Божию святым сущим. Вы верь и верным от Христа Иисуса. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа и Духу Твоему. Чада, первая степень священства чтеца есть. Подобает убы тебе на всякий день Божественное Писание почитывать, дослушающие зрящие тебя, создание примут и тебе самому, вяши степень притвориши, никак уже постыжая о тебе избрание, целомудренно Бог и святое праведно жительство и человеколюбца Бога милостиво возымаше и вяше господобившееся служение во Христе Иисусе Господе нашем. Ему же слава во веки веков. Аминь. Благословен Господь, сей бысть раб Божий Сергий, чтец Святейшей Церкви, Пресвятая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господу помолимся. Господи Боже наш, Господи Боже наш, и же через единого и того же Святого Духа, разделяй-ка и мужда, их же избрал и все дарования, чины разные церкви Твоей даровавой и степени служения уставивай в ней,
послужений святых Твоих и нескверных тайн Твоих, неизреченных предведением устаби Вы и всего раба Твоего, достойно быть, еже служите святей Твоей Церкви. Сам, Владыка, беззазорно Его во всех сохрани и дашь Ему любить и благолепие дома Твоего, предстоять и дверям храма святаго Твоего, выжигать и светильник селений славы Твоя, и насади Его во святей Твоей Церкви, яку маслину плодовиту, плодоносящий плод правды и совершенно. Покажи раба Твоего во время пришествия Твоего, благогодивших Тебе восприятие воздаяния. Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Thank you.
Иисуса Христа. Грешницы, любящие их любовь.
Yeah.
Андрей,
вселенной, даже не подвижутся. Вокруг престола Твоего Слова везде,
Господу помолимся. Помнем! Божественная благодать, всегда немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая, пророчествует и сея благоговейнейшего диакона во пресвитера. Помолимся у Бога, да придет на него благодать Всесвятого Духа. Господь,
пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Общий поклон. Thank you.
многочите возвышающиеся пернатия. Победную песню поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие синими блаженными силами. Подойка человеку людям, когда будем стоять сипы святые, и дарует пусть любовь, высветы святые, сипы святые, и гнев на славу твоей. И жители твои так разумеющие, кроме сына, кто будет наблюдать. Народ и заслуживает.
праведность и бескончавшуюся. Изрядно пресвятить, причистить, при благословении славной Владычицы нашей Богородицы и Преснодеве Марии. И святая Богородица, помогай. Душа наша.
Божественная благодать, всегда немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая, протестует Сергия, благоговейнейшего и подиакона, водиакона, помолимся оба о нем, да придет на него благодать Всесвятого Духа.
кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мимый, и доброго ответа на страшные судящие Христовы просим. Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, исподоби нас, Владыко, содерзновением неосужденно смейте призывать и Тебе, небесного Бога, Отца и Глагола
но простирающий над людьми свой амофор. Что такое этот амофор? Это защита Пресвятой Богородицы, это броня, это крепость наша, ее защищение, ходатайство о нас, заступление и защищение. Пресвятая Богородица унаследовала всех нас при кресте Сына Своего. Помните, когда Господь сказал: «Жена, все Сын Твой». И вот в лице апостола Иоанна Богослова она усыновила всех нас. И о каждом из нас имеет свое матернее попечение. Пресвятая Владычица, конечно же, хочет, чтобы каждый из нас обратил сердце свое ее любящему Сыну и Богу. И вот, братья и сестры, от нас как раз и зависит, где мы сами окажемся. Потому что спасти насильно нас сам Господь не сможет. Но ходатайствовать за нас Пресвятая Богородица будет всегда. И мы иногда, пуская в свое сердце похоти, страсти, грехи, развращая его, и тем самым изгоняя из него благодать Божию, становимся на путь греха. И мы удаляемся от Бога, потому что Господь от нас не может удалиться. Каждому хочет спасения. Но вот сами мы отдаляемся от Бога. Мы прекращаем Его любить и почитать, потому что растрачиваем ту любовь, которая дарована Ему, им, вернее, нам. Она растрачивается попусту, она растрачивается на страсти, на служение дьяволу и на погибель свою. И поэтому сегодня, вот вознося свои мысли, вознося свои молитвы и вглядываясь в праздничную икону, на которой мы видим покров Пресвятой Богородицы, распростертый над нами, вознесем в сердце своем молитву ко Господу нашему Иисусу Христу, Пресвятой Его Матери, Чистой Богородице. Помолимся о том, чтобы было сердце наше чистое, чтобы ходить нам путями Господними, чтобы делать, исполнять заповеди Его, творить добродетели, совершенствоваться в них и тем самым возрастать, очищаться и совершенствоваться для того, чтобы войти чистыми в Царство Небесное. Нельзя, испачкавшись в грязи, войти в чистую палату. Так и нам с вами нужно омыться. И вот молитвы за нас Пресвятой Богородицы – это еще и дополнительная наша баня, которая омывает нашу скверну. Самим нам только нужно стремиться к этой чистоте, стремиться к этому идеалу любви к Богу и служения людям. Если мы так будем поступать, если мы действительно очистим сердце свое, вот тогда и будем детьми Божьими. Ведь вот мы по смирению своему пред Богом припадая говорим, что мы рабы Господни, но Господь больше нас сделал. Не просто мы рабы, мы друзья Его, мы дети Его. И по-отечески Он каждого из нас любит и хочет посадить одесную себя, уже изначально сотворив для нас Царствие Небесное, рай, который даже и на земле насадил, да? Но только вот мы сами, строптивостью своей, не хотим в него войти, не хотим в нем оставаться. Давайте обратим наши взоры на жизнь Пресвятой Богородицы, ее смирение, ее кротость, ее послушание, на те страдания, которые она перенесла, глядя на мучения своего сына. Но в то же время она была рядом с ним, не отступая от него ни на шаг. Будем же и мы с Господом рядом всегда, будем стремиться к Нему. Какие бы искушения, соблазны, бедствия и напасти не обрушивались бы на нас, давайте будем верными той любви Божией, той благодати Божией, которую не спосылает Он на нас молитвами и заступничеством Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресно Девы Марии. Еще сегодня, братья и сестры, мы празднуем 220-летие этого замечательного храма. И хотелось бы сказать, что вот в наши дни этот храм получил свое второе дыхание.
он стал кафедральным собором, новообразованный в Урюпинской епархии. Преображается этот храм не только духовно, но и даже внешне. Вы это, наверное, уже все замечаете. Это преображение, может быть, оно идет постепенно, но так и должно быть. И очень мы надеемся, что и ваше участие и действие, вот как однажды на проповеди говорил владыка Василий, кто как умеет, кто как может, тот пусть так и потрудится. Кто лопатой, кто руками, кто ногами, кто-то и кошельком, конечно. Пусть каждый потрудится и приложит свой труд, свою любовь вот к этому замечательному храму. И тогда преображение его ускорится, тогда засияет и засверкает он не только благодатью духовной, но и внешним великолепием. Что тоже является одним из показателей наших, что мы Бога любим, чтим. И дом, в котором он пребывает, мы тоже любим, тоже почитаем и стремимся сюда. Как вот, если кого-то мы любим, мы же стремимся к нему в гости пойти, правда? Так и здесь. Вот это очень как раз показательно против тех людей, которые говорят, у меня Бог в душе, мне не нужен храм. Если так он скажет, например, своим родителям, да? Я вас люблю, но я к вам ходить не буду. Зачем вы мне нужны? Я вас люблю где-то здесь в душе. Вот так и здесь. Если мы любим Бога, мы стремимся к нему в гости. Где же мы еще можем ощутить его присутствие, как не в храме? Поздравляю вас с этим замечательным событием, замечательным праздником, покровом Пресвятой Богородицы и юбилеем нашего замечательного храма, который подарил и возрастил для Святой Церкви столько священнослужителей, столько церковнослужителей. И будем же молиться о его благоукрашении, о его благостоянии на все последующие времена, какие Господь подаст нашей земле существовать. Аминь. Спасибо. Веруй, Господи, исповедуй. Громче говорить. Веруй, Господи, исповедуй. Веруй, Господи, исповедуй. Ты си воистину Христос. Яко ты си воистину Христос. Сын Бога жива. Сын Бога жива. Пришеды в мир грешное спасти. Пришеды в мир грешное спасти. От них же первый есть ад. От них же первый есть ад. Ищи веру, ищи веру, если самое пречистое тело Твое, я же и самое пречистое тело Твое, сияй самая честная кровь Твоя, и сияй самая честная кровь Твоя, молюсь губы Тебе, помилуй меня, молюсь губы Тебе, помилуй меня, и прости мне прегрешения моя вольная и невольная, и прости мне прегрешения моя вольная и невольная, я же словом, я же делом, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, я же ведением и неведением, исподобь меня неосужденно, исподобь меня неосужденно, причистите все пречистых твоих тайн, причистите все пречистых твоих тайн, восставление грехов, восставление грехов, жизнь вечную, аминь, и жизнь вечную, аминь, вечере твоя тайная здесь, вечере твоя. Сыне Божий, причастника мя прими. Сыне Божий, причастника мя прими. Небо врагов твоим тайну поверь. Небо врагов твоим тайну поверь. И воззрание тебя в якое утро. И воззрание тебя в якое утро. Я-то разбойник исповедую тебя. Я-то разбойник исповедую тебя. Имя Господи во царстве Твоем. Имя Господи во царстве Твоем. В осуждении, да не в суде, но в осуждении, будет мне причащение, будет мне причащение, святых твоих тайн, Господи, святых твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела, аминь, новое исцеление души и тела, аминь, причащаться можно только после исповеди, натощаться, предварительно прочитав канонную молитву ко святому причащению. Кто-то подготовился, приступайте к святому причащению. Проход на его освободить. Спасибо.
Thank you.
И отвечай на тебя, уповающая, спаси люди твоя и благослови достояние твое, исполнение церкви твоей сохрани, освети любящее благолепие дома твоего, ты тех воспрослави божественную твою силою, и не оставь нас уповающих на тебя, мир, миру и твоему дары, церквам твоим, священникам, воинству и всем людям твоим, яко всякое даяние блага, и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, Отца Света, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Помолим сердцем всей.
Господу помолимся рыцарь все. Господи, помилуй нас, Господи, помилуй. Господу помолимся рыцарь все. Господу помолимся рыцарь все. Господу помолим сердцем все.
Святого Евангелия. Захарины целовали совет, и быстяк услышали совет целования Марина. Заграси младенец в чреве я, и исполнился Духа Святый Елизавет, его запи гласом велим речи. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. И откуда мне сие, да приди, Мати Господа моего, ко мне, сибо якобысь глаз целования твоего в уши моею. Заграси, младенец, радушами в очеве моим, и блаженная вера ушака будет совершение глагола нами от Господа. И речи Мариам, и речи душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, о Бозе спаси моим, как о презрено смирение рабы своя, все бы отныне ублажат меня все роди, как о сотвори мне величие сильное и святое имя Его. Прибыть же, Мариам, с ней ко три месяца, и возвратися в дом свой. Слава тебе, Господи, слава тебе. Господу помолим сердцем всем. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Давай водички. Капнули, Господу помолим сердцем всем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолим сердцем всем. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Господине и Отце нашим, святейшим патриарце Кирилле, и о Господине, высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о Господине нашим, преосвященнейшем епископе Елисее, и все, и во Христе, братья и наши. Господи, помилуй. Молимся о Богохранимей стране нашей российской и о спасении ее, о народе, властях и воинстве ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй. Еще молимся за всю братию и за вся христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышаны, Боже, Спасителю нашу, упование всех концев земли, сущих море далече, и милости, милости буди, Владыко, и всех наших, и помилуйны. Милости в Бой, человека любит Бог, если и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Ко Пресвятей Владычице нашей Богородице и присно Деве Марии, со умилением сердец помолимся.
спасибо. О Пресвятая Дева, Мать Господа, Вышних сил, Небесей и Земли, Царица, Града, страны наша всемощная заступница, прими хвалебно благодарственное пение сие от нас, недостойных раб твоих, и вознеси молитвы наши ко престолу Бога, Сына твоего, да милости будет неправдам нашим, и пробавит благодать сочтущимся честное имя Твое, и с верой любовью поклоняющийся чудотворному образу Твоему. Несть мы достойны от Него, помилование быть, аще не Ту милость выше Его о нас, Владычица, яко вся Тебе от Него возможна суть, всего ради к Тебе прибегаем, яко к несомнении. И скорость заступницы наши, услыша нас, молящихся Тебе, осени нас содержанным покровом Твоим, и спроси у Бога, Сына Твоего, пастырем нашим, ревности, бдения о душах, градоправителя мудрости и силы, судьям правды и нелицеприятия, наставникам разума смиренно мудрее, супругам любовь и согласие, чадам послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержанием, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды, ей, Госпоже Пресвятая, умилы сердися на немощные люди Твоя, рассеянные собери, заблудшие на путь правы настави, старость поддержи, юное уцеломудри, младенца воспитай, и призри на всех нас презрение милостивого Твоего заступления, воздвиги нас из глубины греховной, просвети сердечные очи наши ко зрению спасения, и милостиво нам буди здесь и там, в стране земного пришествия, и на страшном суде Сына Твоего. Приставшись же в вере покаяния от жития сего отцы и братью наши, вечной жизни с ангелы и всеми святыми жить и сотвори. Ты бысь, Госпоже, слава небесных и упованиях земных, Ты по Бозе наша надежда и заступница всех притекающих к Тебе с верою. Тебе оба молимся, и Тебе, яко всемогущей помощницы, сами себе и друг друга, и весь живот наш предает, Ты непресно его веки веков. Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени пресной во веки веков, аминь! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Преосвященнейшее Владыко, благослови! Из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. И славайте Бога, великого господина, отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина высокопреосвященнейшего Германа, и митрополита Владимира Камышинского, и господина нашего преосвященнейшего Елисея, и епископа Иоанна Вадимского, Бога хранимую страну нашу российскую, власти и воинство ее, настоятеля братьев прихода святого храма сего, и вся православные христианы, Господи, сохрани на многое лето. И славай Тебе, Господа, великому Господину и Отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху Московскому и всея Руси, и господину высокопреосвященнейшему Герману,
митрополиту Волгоградскому и Камышинскому, и господину нашему, Преосвященнейшему Елисею, епископу Урюпинскому и Новоаннинскому. Богохранимей стране нашей российской, властям и христолюбивому воинству ее, всему освященному собору, настоятелю и прихожанам святого храма сего, и всем православным христианам, подождь, Господи, благоденственное и мирное житие, здравие же, спасение и во всем благое поспешение. И сохрани их на многое лето. Thank you.
Считают город такой, ну, такой собирательный, нарицательный, а город наш имеет свои славные традиции, своя икона Божьей Матери, да, Урюпинская чудотворная икона. И сейчас я прошу поучаствовать в еще одном будет событии, крестный ход. Сейчас, через некоторое время, буквально вместе пойдем крестным ходом к нашему месту, где был главный собор, да, нашего города, это Вознесенский собор. К сожалению, сейчас его нет, этого собора, там часовенка стоит. Но с Божьей помощью мы с вами надеемся, что у Господа же все, чудес-то много. И Он, конечно, чудо может сотворить. Вот. Но нужно наше такое искреннее, крепкое желание к этому, чтобы собор был. И вот мы сейчас вместе с вами пойдем крестным ходом к месту, где был Вознесенский собор. Пойдем? Тогда прошу не расходиться. Буквально через полчаса можно сейчас выйти тут чай пока попить, да? А потом все вместе соберемся, пойдем. Всем желаю вам покрова Божьей Матери, да? Милости Божией. Вот. Счастья, радости, да, вот, любви, божественной такой, да, вот так всем это вам желаю. А Матерь Божия, пускай она будет помощницей здесь, да? Нашей помощницей, нашей покровительницей. Ну вот. Так что сейчас можно будет отдохнуть, буквально полчасика. И все вместе мы пойдем по городу. Пусть люди остальные тоже видят, что праздник-то для всего города, правда? Вот нас тут собралось-то, сколько тут? Ну, немножко. Кажется, тут много. Полный храм. А так много собралось. Если учесть весь город наш какой, да, 40 тысяч населения. Ну, сколько нас здесь собралось? Ну, вот раз-два и обчелся, правда? По сравнению со всем городом, со всей местностью. Вот, поэтому нам надо показать, что мы, вера наша живая, она крепкая наша вера, да? Что бы с нами бы ни случалось, даже всякое плохое, у нас есть замечательное таинство покаяния. Мы можем перед Господом покаяться, попросить у Него чистосердечно прощения, да? И он, конечно, видит наше такое желание изменить свою жизнь к лучшему, нас прощает и дает нам снова благодать. Мы, когда впадаем в грех, отходим от божественной благодати, а каемся, нам Господь опять дает благодать, посылает, да? А самое главное, посылает радость, что мы с Ним, чувство такой радости, да? Не какого-то отчаяния в этой жизни, а именно радости в этой жизни, чего я вам и желаю. Настоящей радости быть с Господом нашим Иисусом Христом. Это самая большая, великая радость на земле. Другой нет. Все остальное временно. А это вечное. Вот это нам надо беречь. И мы эту радость приобретаем тогда, когда просим у Господа прощения за свою такую нерадивую жизнь. И начинаем радеть о своей жизни. Чего я вам тоже всем желаю. Аминь. Аллилуйя. С праздником. Спасибо. Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, позвольте вас поздравить с первым престольным вашим праздником Покровского кафедрального собора.
И удивительно, что это празднование, ваше первое престольное богослужение в нашем соборе выпало на юбилейную дату Покровского кафедрального собора, 220 лет этому прекрасному, старинному и намоленному храму. И, ваше преосвященство, позвольте преподнести вам в дар такой подарок, набор святой панагии Христа для богослужений, совершаемыми вами в нашей епархии. Также хотелось бы пожелать вам помощи всемощной Божией и покрова Пресвятой Богородицы. Спасибо. И попросить ваших молитв и благословения на дальнейшие труды. Спасибо, Господи. Отец Настоятель, отец Серафим. Видите, какой набор, да, красивый? Красиво. Вот отец Серафим не пожадничал. Спасибо, Господи. Это очень радостно. И тем более, видите, как еще какое событие, да? Юбилейная дата. Еще по нам крестным ходом бы не ходить. Надо идти. Идем? Идем. Много лета всем. Тоже скинуть то, что здесь было. Давайте, хорошо. Ну, вот, все. Thank you.
Господи. Господь. Cool.
Женщины, идете. Когда приедешь, не знаешь, да? Вот
от Луки Святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Он мне. В одни уны восставши морям, иди в гоне сочане в уград Иудов, и видим дом Захарин, и целова Елисавет, и быстро от услышали сова, Елисавет, целование Марин, взыграйся, младенец, в чреве я, и исполнился Духа Святой Елисавет, и возопи гласом велим рече, благословена ты в женах, и благословен плачево твоего, и откуда мне сие, да приди, Мати Господа моего, ко мне, все бы якобы из глаз целование твоего в уши умолил. Взыграйся, младенец, радушами в очреве моем, и блаженно веровавшая, как будет совершение, глаголом ныне от Господа, и рече Мариам, величи душа моя Господа, и возрадовайся, дух моя Боже, спаси моем, яко презрено смирение рабы своя, все батныне ублажат мне все роди, яко сотвори мне величие, сильное и святое имя Его, прибыть же Мариам с ней по три месяца, и возвратися в дом свой. Слава тебе, Господи, слава тебе. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине, высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Елисее, и всей во Христе, братья наши. Еще молимся о Богохранимей стране нашей, российской, и о спасении ее, о народе, властях и воинстве ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, еще молимся за все братья и за все христиане. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, и сущих в море далече, и милостив, милостиве, буди владыка грехов наших и помилуй ныне. Милости в Бог, и человека любит Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. О Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, со умилением сердец помолимся. И Святая Богородице, спаси нас. Царице моя преблагая, надежда моя Богородице, слыши мою беду,
Пресвятая Богородице, спаси нас! Честнейшую, херувимой, славнейшую, без сравнения, серафим! Безусление Бога, Слово Рожшую, сущую Богородицу, тебя величаем! Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресвятая, во веки веков, аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Преосвященнейший Владыко, благослови! Воскреса из мертвых, Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, як ублаг и человека любит. Еще раз приветствую вас, братья и сестры, батюшки, собравшиеся здесь, праздник разделивший. Поздравляю вас еще раз с праздником Покровов Святой Богородицы. Спасибо, Господи, что мы вот в небольшом хотя бы количестве, но совершили крестный ход. Праздничный крестный ход. Дай Бог, чтобы в другой раз нас было больше с вами. Да? Ну, покрою всем, конечно, желаю покрова Божией Матери над вами. Да? Вот. Потому что ее покров, ее заступничество нам очень с вами необходимо. Когда мы такое чувствуем, заступление Матери Божией, мы его должны ощущать, люди верующие, да, как сколько в нашей жизни могло быть скверного, неприятного, неудачного, но Матерь Божия своим покровом нас всех защищает. Вот, и мы с ней как и обращаемся. Пресвятая Богородица, спаси нас, да? Спаси нас. Мы просим тоже Матерь Божия о спасении наших душ, наших людей близких, кто у нас живет, кто еще не дошел, как говорится, не пришел к пониманию необходимости веры глубокой, да, такой вот. Кто-то еще был по своему незнанию, ну, по всяким другим причинам. А мы с вами должны, как говорится, нашу веру нести, да, нести, потому что нам так и сказано. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну вот, сейчас мы с вами собрались, прошли по нашему городу Люпинску, вот, помолились, осветили город своей молитвой. Вот, на предстоящей неделе, как вы знаете, Бог даст, у нас тоже будет совершаться крестный ход, только уже большой крестный ход, в четверг, вот, вокруг всего города, уже традиционно. Пойдем? Пойдем. Так, не слышно, пойдем или не пойдем? Ну вот, крестный ход, конечно, у нас уже такой традиционный, и тоже вместе помолимся вот Матери, Господу, Матери Божией, всем святым, о защите нашего города от всего, да, от всяких напастей, вот, и всего, и всего, и всего. Поэтому тоже призываю вас всех собраться, вместе помолиться, вот, и осветить, как говорится, молитву уже, ну, все пространство нашего города. Вот. Ну, всех я благодарю, кто у нас собрался, священников приехал к нам на праздник, вот. С Волгограда приехавших людей, да, кто нас знает, ну и всех прихожан, еще раз поздравляю вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Идите домой, скажите, сегодня праздник Покров, да, поздравьте своих близких, улыбнитесь им, чтобы они чувствовали, как здорово, когда человек приходит из церкви, а он довольный и веселый. Почему довольный? А потому что осветился. Вот, а сейчас же под традиционно, наверное, можно будет подойти к кресту. Хорошо. Тут вот воскресная школа тоже хочет всех нас поздравить с этим праздником Покрова Пресвятой Богородицы. А вечером в кинотеатре «Мир», да, в 17 часов у нас состоится праздничный концерт сегодня, посвященный Покрову Пресвятой Богородицы. Вот. Послушаем детей. Да или нет? Да! А то они так испугаются, если вы молчать будете. Значит, начинаем день. И как и свечей, каменного ферма множество людей. Там Андрей блаженный. Наслонил главу, замерли миленье, видя наяву. Дева пресвятая в воздухе над ним, шествуя сияя.
светом неземным. Бог со слезами молит за людей, предстоящих в храме святые сини. С головы снимая свой честный покров, небо раскрывая шире облаков, осеняет верных, защитив людей от непременных мусульманских форм. Светом атмосфера Девы сейчас от пути греховной защищает нас. Матерь чистую собой, наша Русь хранит святую, защитит от всех врагов и раскинет свой покров. Хоть не виден он блажен, сердце чувствует слезами, не промолвит, не сказать, как прекрасна благодать. Как чудесно нынче в храме, пахнет ладаном, цветами. Все стоят и молятся, просят Богородицы. Матерь света всесвятейшая, Серафима всех славнейшая, с небом нас связующая, путь нам указывающая. От скорбей и бед укроет Серафим Амафором нас покроет. Тебя воспеть певца бессильно слово, твоей любви сравнения в мире нет. О, Матерь Божья, под твоим покровом имеем мы прибежище от бед. Незримый взору он простерт над нами, теперь мы всюду чувствуем его. На лоте сна, в пути и в Божьем храме хранит нас ткань покрова твоего. Любой брони и стали он прочнее, от пуль спасает воина в бою. И над младенца колыбелью вея он дарит нежность и любовь твою. За звездами и дальними мирами, там, где любви бессмертное торжество, и день и ночь, простертая над нами, хранит нас ткань покрова твоего. Светлый праздник пришел покрова, с нами небо и земли и царица. Светлый праздник любви покрова, Божьей Матери свет струится. Веселись и ликуй, душа, прославляй свет Христа навечно. Божья Матерь с народом всегда, если заповедь Божья в сердце, как когда-то давным-давно свят Андрей увидал навечно. Богоматерь входила в храм, с нею ангелы и предтеча. Веселись и ликуй, душа, с головы своей призна дева, словно молнии ясный свет покрывал народ одела. Светлый праздник пришел по гробам, с нами молятся в храме дети. Светлый праздник любви покрова, Божьей Матери все мы дети. Веселись и ликуй, душа, прославляй свет Христа навечно. Божья Матерь с народом всегда, если заповедь Божья в сердце. Люба! Теперь можно уже традиционно подойти, взять иконочку Покровского праздника сегодня, взять себе домой. Вот. Спасибо вас, Господи, всем. Сейчас, Владыка, вот давай. Пример показал. Давайте, давайте. Давайте.
Подождите, бабушка, бабушка, нельзя, подождите. Церковники пока я буду, подождите. Мужчины, как бы, мама, в эту сторону, Thank you.
Кепку сними. Шапку сними. Давай сюда. Может быть. Крестик целовать. Крест целует. Крест целуйте. Значит, что надо? Ну что, с Богом, с праздником. Собираемся, да? Цвет посмотрим. Нет. 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 Н